Вы меня на подмобилизацию подходите? Положил на вашу мобилизацию. Да? Да. Вы-то что не мобилизировались? Что, не подходите, что ли? Так я так вообще такой служащий. Вы-то вам до чего мешало идти? Куда? Я свой долг родине уже отдал. Так я отдал. Ну и все. Да. Я буду воевать за свою семью, за своих родителей. Когда надо будет. Так может уже время-то пришло, нет? Время мое еще придет. Данные будете называть для повестки. Ты че, кто такой вообще? А ты кто такой-то вообще, чтобы мои данные спрашивать? Передай, что? Какие проблемы? Третьим лицам распространяй данные. А мы на тебя потом это... Это то, да. Оформим. Да это и то, как ты любишь. Все по закону. Ну давай, рассказывай, чего? Данные ваши. Что? Мои? Его? Его? Водителя. Ну, водителя какого? Водителя чего? Вот водитель, кто управляет. Иван Сергеевич, ваши данные, видимо, надо. Вы что управляете? Я же тоже не управляю, я сейчас стою, я же не водитель. А сейчас никто не управляет транспортным средством. Водитель — это лицо, управляющее транспортным средством. Есть два пешехода, как бы, вы, может, уполномоченный пешехода документы спрашивать. Как говорят китайцы, прежде чем идти куда-то разбираться, наводить порядок, посмотри три раза на свой дом. Но мы бы и не смогли навести порядок. В своей стране. А если человек не может в своей стране навести порядок, а в другой стране наведет, каким образом? Землей ее сравнять? Если бы на нас напали, мы бы точно не смогли